Здравствуйте, мои дорогие, с вами Евгения Саженцева. Я сегодня хочу подвести итоги этого года, потому что у меня такое веселое настроение. Я сегодня купила себе ежедневник на Новый год и уже открываю запись, так скажем, на Новый год своих консультаций. За этот год я провела 360 консультаций, год еще не закончен, проводила их, ну, практически каждый день. Вот у меня такой ежедневник был, в котором я все записывала. Тут все исписано, переписано. А извините, у меня в году 366 дней. То есть понимаете, сколько я работала. Я себе купила, ну, примерно такой же по формату с кошечкой. Все, буду теперь новые записи вести на Новый год. Это был очень плодотворный год, и он еще не закончился. Еще многое впереди, мои друзья. Я много старалась для вас, и буду дальше стараться и служить во имя, так скажем, добра и психологии. Друзья мои, оставайтесь на моем канале. Мы никогда не сдаемся, мы идем только вперед. И, как всегда, я вас приглашаю на личные консультации. Ой, долго не могу говорить. Руки замерзли. Сейчас буду дочку встречать из школы. Всем здравствуйте. Я хотела бы оставить отзыв о работе психолога, практического психолога, это самое главное, Евгении Саженцевой. С Евгением мы познакомились где-то в конце января. Мне на тот момент казалась безвыходная ситуация, необходима была помощь. И вот знаете, на недрах, на просторах интернета я увидела тексты, которые мне просто очень понравились своей краткостью, четкостью, лаконичностью и пониманием сути происходящего. В конце января я была только в самом начале пути выхода из сложной жизненной ситуации, так можно ее назвать, несмотря на уже определенный жизненный опыт. Но мы эмпаты, в душе остаемся, наверное, наивными детьми, и когда нас сильно обижают, мы можем не справиться в одиночку. Поэтому приходят на помощь такие ангелы-хранители в лице вот таких людей, чутких, думающих, понимающих, поддерживающих вас на любом этапе вашего выздоровления. Вы знаете, когда у многих происходят разные жизненные ситуации, просто, наверное, когда все ваши близкие уже наверняка, может быть, устали выслушивать ваши проблемы, печали, ваши стенания, да, как они могут сказать, да что ты уже, успокойся, да забудь, да выброси из головы, а ты на тот момент не то что не понимаешь, как это выбросить из головы, ты даже не знаешь, с чего начать. Нет, конечно, как взрослый человек, ты понимаешь методы забывания, но забывание – это не выздоровление, поэтому нужны специалисты. И если это будет специалист, которому вы доверяете, то и выздоровление пройдет быстрее. Поэтому я рекомендую Евгению как человека, который имеет огромный опыт. Я понимаю, как практически, так лично. Здравствуйте. Хотел бы оставить видеоотзыв о психологе Евгении Саженцевой. Первый раз я обращаюсь к таким специалистам. Я чувствовал, что мне необходима была помощь и совет профессионала. Евгения очень оказалась понимающим и простым человеком, которая дала мне несколько нужных советов по моей ситуации.
Почему я обратился к ней? Во-первых, она православная христианка, во-вторых, образованная и опытная в своем деле. Мне было приятно побеседовать, не пожалел, что обратился. Спасибо. Я хочу оставить отзыв о психологе Евгения Саженцева. У меня была консультация с Евгенией, и на консультации была поднята тема. Вообще, благодаря ее видео я стала лучше понимать, что происходит у меня, и насколько важно вообще вычислять людей, которые нарциссы, насколько это тонко уловимо, еле уловимо в плане манипуляции, которая от них исходит. И насколько, ну, здравое, здоровое с ними взаимодействие невозможно. И все эти моменты у меня появились благодаря работе с Евгенией. Сначала я видео увидела критерии, стала понимать, что не так, стала менять по ее рекомендациям. И вторым шагом состоялась консультация, на которой мы закрепили то, что по видео я начала делать. Евгения Саженцева дала рекомендации, как, чтобы не было стагнации и попытки вернуться обратно в такие взаимоотношения. Она дала рекомендации, как первое важно выписать, что, какой труд, какой вклад был мной произведен, чтобы это было всегда перед глазами. Все составляющие описать подробно. И когда у меня еще так как сцепка идет на химическом уровне, и тяга возникает в адреналине, всех вот этих вот биохимических процессах, возвращаться к этой записи, вспоминать и, соответственно, не делать этой стагнации назад. А второй момент – это выписать свои достижения, свои ценности, чтобы не занижать свою ценность и помнить про то, что я могу и чего я достигла.